В Твери работает ярмарка фермерских деликатесов от Абхазии до Камчатки. Здесь представлены продукты визитной карточки России и СНГ. С гастрономическим разнообразием ознакомилась наша съемочная группа. Мясное ассорти, натуральные сыры и пикантные специи. Выставка фермеров от Абхазии до Камчатки насчитывает несколько десятков позиций. Здесь только натуральные продукты, приготовленные по семейным рецептам. За качество фермеры ручаются. И некоторые жители Твери его уже оценили. Я попробовала, мне кажется, уже все, наверное, все, что дали. Очень все вкусно, особенно кабан. Его и купили. Хорошо, что здесь есть разные, вот не только, к примеру, то, что местная продукция, то есть здесь продают, то есть привезенную. Выставку легко найти по пряному запаху специй. Приправы представлены в широком ассортименте. А вот и легендарная абхазская аджика. Каждый товар со своей историей и секретным рецептом. Аджика есть из красного перца, внутри грецкий орех, специи. Также есть аджика зеленого перца, кинза, укроп, чеснок, петрушка. Для искушенных гурманов большой выбор сыров. Выдержанные сорта Кубани, ароматные адыгейские молодые и подкопченые сыры. Мясные деликатесы радуют разнообразием. Здесь же можно найти морские деликатесы – чевыча, белорыбица, горбуша и, конечно, красная икра. Для сладкоежек – россыпи южных лакомств. Прежде чем купить, всю продукцию можно продегустировать. Фермеры от Абхазии до Камчатки ждут всех гостей в торговом центре «Рубин».